свыше 500 участников. В синей форме Гульбадам Бабамурадова, Туркменистан. Индюхо, Туркменистан, Гульбадам Бабамурадова. Арбитр данной встречи Эмиль Раши, опытный, очень опытный судья из Грузии. Он 4 раза был главным судьей чемпионатов мира и судит уже больше 20 лет именно чемпионатов мира. Итак, попытка бычка. Ох. И вот теперь вопрос. Без оценки дает отмашку арбитр, что это после свистка. Но, я бы так сказал, курьезный эпизод. В общем, практически поскользнулись обе спортсменки. Ковер, как говорится, ковер круглый, ковер скользкий. Тут очень бросок через спину. Очень сильно, на самом деле, владеет Бабамурадова именно вот этим приемом. Она из колена его исполняет сегодня в предварительных встречах. Со стойки очень красиво бросала. И главный рост Юли позволяет. Юля, вот вы видите, она намного выше практически, если не на голову, то на полголовы точно выше своей соперницы из Туркмении. И вот бросок через спину как нельзя, кстати, вот подходит, что называется, в этой ситуации. Замерли спортсменки. Не рискнула бы Бабамурадова уйти на ущемление ахиллового сухожилия. Все-таки предпочла устоять в стойке. А Юля вот активно не сбивала ее. Немножечко нервно началась, на самом деле, схватка. Девушки так, не разбирая захвата хорошего, не выбирая, начинают делать приемы. Вот и сейчас, да, вот с верхней руки верхний захват попыталась выиграть. И тут же прям бросок идет прям под эту же руку, через спину со стойки бросает Гульбадам. 2 балла зарабатывает, недовольна что-то головой, видимо, думает, что должны были быть чуть оценки посерьезнее, например, 4 балла. Судью не спорит, надо бороться. Ну вот досадный момент, надеюсь, это не специально, уже в борьбе всякое бывает. Вот сейчас, да, вот прям в глаз, да, вот такой вот момент, такой вот прям. Ну, это бывает при борьбе на захватах. Конечно, не каждый день, не каждый раз, но бывает. Ну, попал так-таки прям точно. Попало точно, потребуется медицинская помощь по правилам борьбы с самбо. 2 минуты разрешено спортсмену находиться у врача. Время отсчитывается только с того момента, когда врач подошел и начал оказывать помощь. То есть, ну, чистое время у врача, не когда он бежит еще к тебе вокруг зала. А именно чистое время. Ну, надеемся, ничего страшного не произошло. 3-0 Бабамурадова ведет. По-прежнему дерганная борьба. Через спину с колен вновь от Гульбадам. Жестко пытается в партере преследовать, но ничего не выходит. Нету, да, активной все-таки попытки проведения болевого приема. Эмоции есть, да, желание победить есть, но пока на руку она не залезла, что называется. Темп схваточки достаточно напряженно борются девушки. Очень, по-прежнему еще раз скажу, что достаточно нервно. Вот в бычок уходит Гульбадам. Ну, это, в этом случае мы говорим с места. Действительно, с места такое, вы видели, как в стену это называется, подвернулось под Юлию. Ну, как тут, надо разгонять, надо делать подготовительные действия, выводить соперника из равновесия. И только после этого, возможно, конечно, какая-то оценка. Девушки практически. Вот вновь верхний захват Юля взяла. И тут же уходит опять через спину. И в партере это уже, да-да-да, на руку переходит Гульбадам. Нету локтя, там, да, захват, локоть выскочил. Минута 37. Остается до конца поединка. Очень напряженного поединка.
Все-таки это финал чемпионата мира. Она теперь взяла односторонний захват. Передняя подножка не достигла цели. Тут же сверху Баба Муратова оказалась. Ну, так видно, у нее глаз немножечко все-таки поврежден. Там или синяк, или кровоподтек. Ощутимо в глаз попала Юля. Рабочую руку Баба Муратова захватила. Тем не менее, Вицина все равно старается провести бросок. Влезает издалека, но без рабочей руки, конечно, это невозможно. Баба Муратова здесь, конечно, перекрыла ее атаку заранее. Нужно было все-таки освобождать. И вновь бросок через минус колен. Да, вот, видите, в обе стороны старается Гульбадам делать этот прием. Ну, как правило, у кого этот прием является коронным, тот в обе стороны, как правило, чаще всего в обе стороны его делает. 40 секунд! Отработай до конца! В низкой стойке Гульбадам уже тактически, видно, решает задачу об истечении времени, теснит на край ковра, проверяет подсечками. Вот опять она загрузила, несмотря на то, что... О, 4 балла. Получился обратный бросок через спину с колен. Подворачивалось, было видно, что в классическом варианте, но вот так вот бывает, с другой стороны Вицина свалилась. И получился обратный бросок через спину. Толкаются. Смотрит на табло уже, да, не скрывает своей радости. Смотрит на табло. Время заканчивается. Ну что же, Гульбадам стала, если не ошибаюсь, трехкратной чемпионкой мира. Достойная спортсменка. Много лет уже борется. Ее все знают. Поздравляем Юлию Вицину. Это тоже большое достижение. Сегодня вот как раз...